Привет, дорогие зрители моей страницы! Вы меня просили, и я решила показать, как все-таки произошла встреча-сюрприз. Короткая предыстория. Наши друзья приехали к нам из Пенсильвании, были у нас около недели и решили дальше ехать в Южную Каролину. Мы классно провели время, но они точно не ожидали, что мы можем приехать к ним. Они приехали в Южную Каролину на побережье океана и показывали нам, как там классно. И говорили, вот бы было классно, если бы вы приехали хотя бы на денек. Я говорила о том, что это невозможно, школа, работа, планы и так далее. Но муж приходит с работы, мы неожиданно решили сделать сюрприз. Мы, конечно же, им не сказали, ехать 6,5 часов. Мы им не сказали и решили преподнести этот сюрприз в 9 утра. А что из этого получилось, смотрите в следующем видео. Вот мы уже куда-то подъезжаем. Сколько это показывает? Одна минута? Сейчас таки подъезжаем. А, вот и домики. Ну, конечно, ничего, так ничего. Согласна. А, у них дом называется E2. Это B. Дальше. О, ну красиво, я смотрю. Сейчас будет сюрприз. И вот. Это у? Нет, и палочка такая. Это я отстегнулась. Знаете, как тут мило. Сейчас ищем дом наших друзей. Вот кого они точно не ожидают. Вот аккурат, надо искать аккурат. Может, они уехали уже. Давай, посмотрим. У каждого дома. Вот и? Нет. Может быть. Нет, палочка. Ай, как, наверное. А может быть и. Ну, давай посмотрим. Вот, видишь, тебе показывают по карте еще. Иди. Дальше, вон по карте. Нашли, они их сейчас офигеют. Я так тихо выпитывала, как у них дом. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Мы очень классно отдохнули 2 полных дня и ходили на океан, ходили на бассейн, который сейчас вы видите. Тут не просто бассейн, тут джакузи с кипятком, которое очень сложно зайти. Вот, это прям возле их дома. И океан тоже, там ногами чуть-чуть пройтись. Вот, мы очень классно отдохнули. И такой, знаете, совет, рекомендация всем, кто думает, делать или не делать. Лучше делать, потому что это всегда такие эмоции. И Женя, и Алексей нам потом целый день вспоминали, что мы такой шок для них создали. Ну, очень приятный такой сюрприз. И если есть возможность, если есть
минутка делайте сюрпризы друг другу, мне кажется, это очень классно. Слава Богу за это время.